Центр красоты «Риф» отмечает 13 лет. Время перемен и преображения. Необычайным праздничным убранством салон встречает гостей. С порога посетители попадают в мир красоты, роскоши и ощущения прекрасного. Здесь идеально все до мелочей. Стиль дворцовой классики как нельзя кстати вписался в стены центра красоты. Сегодня мы празднуем завершение первой части нашего масштабного проекта «Риф в новом формате». Концепция нашего проекта заключается в полной перезагрузке центра красоты «Риф». Это не только изменение интерьера, стиля, но это прежде всего обновление оборудования, расширение и введение новых видов услуг. Как говорит руководитель этого дворца красоты, у нас есть чем порадовать гостей. И это действительно так. Помимо обновленного интерьера, здесь предложат и новые виды услуг во врачебной и эстетической косметологии, в трихологии и в ногтевой эстетике. Хожу сюда более 10 лет, вот салону 13 лет исполнилось. Вот однажды сюда зашла и очень понравилось, и как обслуживают, и результат мне очень нравится. И поэтому я стала постоянным клиентом. Ну, очень красиво, стильно, современно. В общем, я здесь отдыхаю и душой, и телом. 13-й день рождения «Риф» отмечает с размахом. Иначе нельзя, ведь сам салон – это образец красоты и стиля, как и его гости, для которых приготовлено насыщенное меню. Праздничный фуршет, фотосессия, мастер-классы косметологов-эстетистов, мастеров ногтевой эстетики и врачебной косметологии. Я желаю салону дальнейшего процветания, ну и хороших клиентов, благодарных. А сейчас, когда он обновился, когда стал такой шикарный, красивый, сюда даже больше настроения есть приходить. Заряд бодрости, порцию позитивного настроения, красоту лица и тела здесь подарят каждому клиенту. А в день рождения все гости получили еще и призы с подарками. Ольга Муравьева, Никита Файзулин, Телемикс.